Ну что, протестируем? Всем привет! Сегодня поистине прикольное устройство Xiaomi. Это портативный мини-пылесос. Ну, это вы еще по названию поняли. Но вот представьте, если вы название не знаете, я вам такое показываю. Ребята, что это такое? И вы такие, о, что это, блин, кофемолка, термос, что это может быть такое, я не знаю, вейп или... Это может быть все что угодно. Конечно, ты потом читаешь, что это вакуум-клинер мини, но, блин, они сделали прикольно. Это, короче, мини-пылесос. И тут я как раз, когда им попользовался немножко, понял, что охренеть подарок, к примеру, на 23 февраля мужчинам, там, не знаю, чтобы клавиатуру в машине что-то пылесосит, а он при том мощный. Заряжается от обычного USB, и он, короче, мощный. И это Xiaomi, типа, это прикольно. Стоит, если прям совсем берем официально, 3990 рублей, ну, короче, 4000 рублей. Но, охренеть, прикольная штука. Давайте сразу покажу. Ну, точнее, мы здесь собрались, чтобы я вам сразу все это дело показал. Одна клавиша, два режима, заряжается. Сюда скапливается мусор. Есть и металлический фильтр, и HEPA-фильтр. И, короче, прикольно. Значит, в комплекте сразу пылесос. Сюда вставляются насадки разные. Попадает пыль вот сюда, то есть ты ее видишь, что ты сюда засасываешь. Это защелочка, чтобы не открывалась. Открываем. Вот так вот делаем. Вытряхиваем все, что здесь у нас попалось. Ну, соответственно, металлический фильтр, там еще HEPA-фильтр. Можно все это дело вот так вот... Сейчас, подожди. Вот так вот отсоединить и, соответственно, вот этот HEPA-фильтр вынуть. Все это дело промыть, выкинуть и так далее. Так, сейчас, подождите, давайте обратно вставим. Да, вот это верхняя часть. Здесь, кстати, есть вон клапан небольшой. То есть у нас пыль обратно не вываривается, всасывается, но обратно не может вывалиться. Вот эта часть, в которой находится мотор. Сейчас я вам просто на картинке покажу, что там именно внутри находится. На сайте Xiaomi нашел. Далее, название Mi Vacuum Cleaner Mini. Светодиод. Клавиша включения, Mi, снизу у нас выдув воздуха идет и зарядка Type-C. Вот, в принципе, все. По тяжести, я не знаю, как обычный термос, наверное. Блин, мне очень нравится, что он выглядит классно. Смотрите, бац. В комплекте вот такая вот насадка с щеточкой. К примеру, там клавиатуру почистить, why not. Кабель Type-C на USB обычный. И зарядка, кстати, в сеть идет. Хопа. Сразу вам покажу по характеристикам, пожалуйста. 10-ваттная зарядка. И есть еще длинная. Можно использовать отдельно длинную насадочку, либо в паре как раз с этой щеточкой. Ну, нет, это, конечно, так, для примера, что клавиатуру. Хотя здесь особо туда и не засунешь под клавиши. Но смотрите, нажимаешь. Вот, то есть здесь нормально дует. И все. И можно чем-нибудь пропылесосить. Я сейчас притащу. Вот. Как ракета Илона Маска, блин, полетела. Слушайте, ну вот воздух реально здесь, как, не знаю, как какой-нибудь Дайсона, ну, выстреливает очень мощно. Давайте попробуем что-нибудь, может, поднять. Так, понятно. Коробочка улетела. Ну, короче, нормально. Сейчас пойду притащу какой-нибудь гречки. Ни хрена ничего полезного не нашел. Нашел, блин, перец черный. Хотел гречку, блин. Обычно на гречке все пробую. И нашел. И овсянку. Вот. Короче. Вот так вот. Представим, что это, не знаю, грязь в машине. Наверное, так. Ну-ка, для усиления эффекта возьмем такую. Протестируем длинную насадку. Ну что, протестируем? Зачетно. Реально зачетно. Все, короче, тест удался, охренеть. Просто смотрите, здесь реально сколько всего было. Он малюсенький и вот это все собрал. Офигеть. Короче, крутяк. Реально крутяк. Прям кайф. Блин, сегодня вообще красавчики. Я думаю, что на этом и видео закончилось. Дальше уже надо самому придумать, где и как это использовать. Такое вроде маленькое, простенькое, вроде, с одной стороны, мне кажется, реально полезное видео. Ладно,
С вами был Илья. До новых встреч. Пока, ребят. Подписывайтесь на канал.